Здравствуйте! Эта неделя, в которой было больше выходных дней, чем рабочих, принесла много забот спасателям. Они вызволяли людей из снежных заторов, тушили пожары и выносили оттуда газовые баллоны. Сегодня о том, как мы не выучили урок после разрушительного взрыва в общежитии по интернациональной. В этом выпуске также о том, как антикоррупционная служба вдруг возмутилась размерами штрафов за отсутствие маски. Слишком высокие они для граждан. А еще о том, как стремительно падает качество школьного образования, как профессиональный клуб с самым маленьким бюджетом в области стал победителем чемпионата страны и душевный разговор о форме и содержании в кулуарах обновленного Погодинского театра. Это итоговая программа МТРК. Меня зовут Ульяна Ашимова. Начнем. В эту короткую праздничную неделю некогда было отдыхать спасателям. Дома горели, автомобили застревали в снежных заторах. В четверг утром загорелось общежитие по адресу Назарбаева, 221. Пожар случился в сауне, которая располагается на первом этаже здания. На место пожарные расчеты прибыли уже через 3 минуты, ликвидировали огонь через 40 минут. Силами пожарной охраны было эвакуировано 30 человек, из них 5 детей. При обследовании всех комнат, всех помещений данного комплекса пострадавшие не были обнаружены. Возгорание произошло в помещении сауны гостиничного комплекса на площади 15 квадратов. В ходе тушения пожарным был эвакуирован один газовый баллон. Большой 50-литровый газовый баллон из помещения спасатели успели вынести. Еще два вынесли при тушении пожара по улице Мусрепова 23 марта. К счастью, трагедия не случилась, но получается так, что и после разрушительного взрыва в общежитии по интернациональной, который повлек за собой и человеческие жертвы, по соседству с жилыми квартирами продолжают использовать опасные газовые баллоны. Комментируя в первые дни после трагедии причины взрыва в общежитии по интернациональной, аким Петропавловска Булат Жумабеков заявил, что в Акимате созданы специальные мониторинговые группы, которые отправились в рейды по ресторанам и кафе, расположенным на первых этажах многоквартирных жилых домов. И вот на этой неделе замруководителя службы пожаротушения Николай Белоусов сообщил, что работали две мобильные группы, в состав которых вошли полицейские, представители акимата, жилищной инспекции, газотехнической службы, областного департамента по чрезвычайным ситуациям, палаты предпринимателей «Атомикен». Они осмотрели более 90 объектов и в трех кафе обнаружили газовые баллоны. Между тем, ранее председатель ассоциации рестораторов и ательеров Сайран Хамзин безо всяких мониторинговых групп написал в одном из своих комментариев в Фейсбуке о том, что сейчас лишь 4 кафе, которые подключены к центральному газоснабжению. Остальные либо готовят на электрических плитах, либо, как в здании по интернациональной 21, на газе, имея в подсобке баллоны про запас. И это не прихоть, а острая необходимость. Мониторинговые группы дали владельцам трех кафе рекомендации по устранению нарушений. Как сообщает ДЧС, проводить полноценные проверки они не имеют права. Основанием для этого может послужить только лишь официальные жалобы и обращения от граждан и юрлиц. В 20-х числах февраля, стоя на фоне обгоревших руин, аким города Булат Жумабеков заявил, что к вопросу использования газовых баллонов в многоэтажках теперь подойдут принципиально. Но спустя всего лишь месяц только расторопность пожарных спасает Петропавловск от очередного взрыва. В среду сразу два пожара в многоквартирных домах областного центра. Горит подвал дома по Мусрепова 9Б. Тогда эвакуировали 25 человек. Ближе к вечеру снова вызов. Пожар в квартире на втором этаже. Двоих пришлось спасать, выводить по лестнице с помощью спасательных капюшонов. Остальных жильцов вместе с детьми эвакуировать из здания. По адресу улицы Назарбаева 225, тоже в пятиэтажном доме коридорного типа, бывшее общежитие. На втором этаже произошло возгорание. Причиной возгорания также послужило неосторожное обращение с огнем. 23 числа в районе Габита Мусрепова, село Новоишимское, получила отравление женщина 39 года рождения продуктами горения, то есть углекислым газом. Причиной отравления послужила плохая тяга, то есть засорение трубы. Еще один пожар в эти выходные горел частный дом в микрорайоне Береке. В четверг, когда спасатели собрали брифинг, чтобы рассказать о всех происшествиях минувших выходных, они сообщили, что только за одну неделю в области произошло 7 пожаров. И это пугающая цифра. В этот отопительный сезон случился заметный рост числа таких происшествий. Есть человеческие жертвы. И здесь требуется серьезная аналитическая работа. Почему складываются такие тенденции и почему не
получается спасти из огня всех людей. Еще одна угроза – метели. В этом сезоне несколько раз приходилось искать в Буране потерявшихся людей. Все такие операции были проведены успешно. Никто из тех, кто заблудился в метели, серьезно не пострадал. Ну а счет эвакуированным из снежных заносов на дорогах давно пошел на сотни. Этот зимний сезон в регионе затянулся, и даже в 20-х числах марта в области вновь пришлось закрывать дороги и откапывать машины из-под снега. В течение 3 дней сильный ветер и низовая метель вызвали затруднения в движении автотранспорта на автодорогах республиканского, областного и местного значения в Акжарском, Айртауском, там сложилась самая сложная ситуация, Тимирязевском, Тайншинском районах. Спасатели вызволили из снежного плена 150 автомобилей и более 300 человек. Сложную обстановку мы на дорогах области наблюдали в таких районах, как Айртауский, Габитово-Мусрепово, Тайншинский, Улихановский, Макжана-Жумабаева. В Улихановском районе, в районе села Жаскайрат, у нас застрял в снежном плену газель с 4 человеками. На помощь им был отправлен у нас вездеход, болотоход Трекол, который по прибытию помог извлечь из снежного заноса газель, и людей перевезли мы в пункт обогрева. Некогда отдыхать сейчас и коммунальным службам, которые заняты вывозом снега из населенных пунктов и расчисткой дорог. Трассы международного и республиканского значения, проходящие по территории области, обслуживает ТО «КазАвтодор», который ежедневно выводит до 60 единиц снегоуборочной техники. Еще 114 единиц техники ТО «Петропавл-Жолдары» и три субподрядные организации используют для обслуживания дорог областного и районного значения. Улично-дорожную сеть Петропавловска обслуживают 22 дорожно-коммунальные организации. Так вот, с начала года полицейские направили подобным фирмам 223 предписания. За неудовлетворительное содержание дорог понесли ответственность 60 должностных лиц. По информации пресс-службы департамента полиции, при неблагоприятных погодных условиях административные полицейские осуществляют круглосуточное дежурство и мониторят качество уборки улиц. Например, в начале марта было выявлено образование сильной колеи по улице Юбилейной на отрезке между Омским кольцом и поселком Барки. В отношении обслуживающего предприятия было вынесено предписание, всего лишь за 6 часов дорогу почистили. Город очень четко поделен на зоны ответственности. Дворы – это забота собственников жилья. Общественные пространства и улицы очищаются под контролем акимата и на бюджетные средства. Ну а частные территории – юрлиц с предпринимателями. Пару недель назад на портале горакимата «Открытый Петропавловск» было опубликовано сообщение о том, как ответственно бизнес убирает снег. Изменилось ли что-то с тех пор, выяснили мои коллеги, которые отправились вместе с полицейскими в рейд. Составляем административный протокол по статье 505 по части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, то есть нарушение правил благоустройства города Петропавловска, а равно складирование снега на прилегающей территории, не принятие мер по уборке снега. Ежедневно полицейские и коммунальщики напоминают предпринимателям о необходимости чистить снег частных территорий и крыш зданий. Если своевременно не убирать сугробы, то при таянии есть угроза потопления. С начала зимнего сезона разъяснительную работу провели с 200 предпринимателями. 58 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности как предупреждение. Данное нарушение нами опять же проверяется и в течение 10 дней повторно проверяется и повторно проводит проверку. Если данные руководители не исправляют, данные не очищают снег, то да, в таком случае на них оформляется штраф в размере, если физические лица, физическим лицам в размере 15 МРП, а юридическим лицам в размере 30 расчетных месячных показателей. Эта зима принесла в регион огромное количество осадков. В городском отделе ЖКХ убедительно просит население и предпринимателей не забывать об уборке снега с прилегающих территорий. У нас начались по зимопаводкам мероприятия, а именно в районах Подгора, Рабочий поселок, Барки, Копа. Это вот те районы, подтопляемые, наиболее подтопляемые районы. Сейчас мы там вывозим активно снег. Работы проводятся ежедневно, и в дневное время, и в ночное время. Параллельно с вывозом снега коммунальщики очищают ливневки.
К другим темам. На этой неделе в антикоррупционной службе опубликовали результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения и департамента санэпидконтроля. Подобные структуры во всех регионах сейчас проводят такой анализ, чтобы обобщить проблемы и выработать общие решения. Интересно, что за эту работу взялись только сейчас, хотя и санитарный департамент, и управление здравоохранения уже год как играют первую скрипку и успели наворотить много дел. Вот хотя бы даже маски. Летом министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что они обязательны для всех и в любых обстоятельствах. Правда, потом пришлось уточняться насчет грудных младенцев. Но отсутствие маски и даже ее неправильное положение на лице стало одним из главных причин для штрафов на протяжении вот уже долгого времени. Выявлением лиц, нарушающих карантинные меры, занимаются сотрудники полиции. Затем они передают материалы в санитарный департамент, и уже его сотрудники составляют протокол и выносят постановление о штрафе. Так вот, анализ антикоррупционщиков показал, что не по всем материалам выносится решение о привлечении к ответственности. Например, в санитарном департаменте не стали штрафовать женщину, у которой был диагноз первичный гипотиреоз, то есть просто прекратили административное производство, проявили понимание и человечность, отойдя от инструкции. И это вообще-то похвально, когда чиновник перестает быть просто исполнителем четких алгоритмов, а пытается разобраться в ситуации индивидуально. Но в антикоррупционщиках углядели в этом коррупционные риски, и спустя год, как в Казахстане введен масочный режим, они призывают Министерство здравоохранения разработать нормативный акт с перечнем заболеваний, исключающий ношение масок на улице. Большую проблему видят сотрудники антикора в том, что размер штрафа за нарушение санитарных мер несоизмеримо высок. Они выросли в несколько раз в июле, когда страну накрыло второй волной коронавируса. Сейчас это 30 МРП минимум или 87 тысяч 510 тенге. Но справедливости в этом мало, посчитали в антикоррупционном департаменте. Дело в том, что часть 1 статьи 425 административного кодекса, по которой и штрафуют всех, кто не надевает маски, является своего рода универсальной статьей. То есть ее применяют за нарушение технических регламентов производителями пищевой продукции, за нарушение санитарных правил ответственными лицами медицинских учреждений, организации общественного питания и торговых центров, и с лета 2020 года еще и за нарушение карантинных мер рядовыми гражданами. Конечно, все это формирует коррупционные риски, чаще дешевле договориться. В общем, антикоррупционная служба будет рекомендовать поменять эту норму и существенно снизить размер штрафа за нарушение карантинных мер. Наконец-то, как сказал бы бренд-амбассадор коронавируса в Казахстане Жандарбек Бекшин. Через год после начала пандемии и особых условий работы врачей антикоррупционная служба выявила также и то, что до сих пор нет четких инструкций по поводу того, кому назначать надбавку за риски заразиться коронавирусом. Здесь, казалось бы, вообще все ясно. Законодательно определены три категории медработников, в зависимости от степени риска они получают доплаты. Но, как оказалось, и это можно очень вольно трактовать. Например, в ходе анализа выяснилось, что в санитарном департаменте такую надбавку получали сотрудники, которые работали с бумагами. В этих документах, конечно, было про коронавирус, но вряд ли эти специалисты рисковали здоровьем, не выезжая в очаги инфекции. Еще пятеро медицинских работников первой городской больницы такие надбавки получали незаконно. Впрочем, в антикоррупционной службе посчитали, что вины руководителей и бухгалтеров здесь нет, проблема в нечетких инструкциях, нет конкретного перечня мероприятий, за которые положена надбавка. В общем, никто не наказан, правда, деньги в бюджет все-таки вернули. Про коррупционные риски в здравоохранении можно говорить долго, что и сделали в этот четверг в антикоррупционном департаменте, и про подарки на выписку, и про платные палаты, и про отсутствие узких специалистов в поликлиниках, которые всегда рады принять своих пациентов в частных клиниках, и врачах, которые на зарплате у фармдистрибьюторов, и о многом другом. Все это уже даже не коррупция, как частная проблема, сама система здравоохранения такова. Под силу ли антикоррупционному департаменту и его службе добропорядочности навести здесь порядок? О ключевых моментах встречи в репортаже Абая Альжанова. Почти за два месяца антикоррупционная служба региона выработала 41 рекомендацию в деятельности организации сферы здравоохранения. Специалисты ведомства проверяли, как в регионе расходуются бюджетные средства, выделенные на борьбу с коронавирусом. Это приобретение средств индивидуальной защиты, оборудования, а еще выплата надбавок медработникам. Кстати, о последнем. Время мониторинга борцы с коррупцией выявили трех госслужащих, которые три месяца получали незаслуженную надбавку. Сумма ущерба могла составить 540 тысяч тенге. Деньги в итоге вернули. Учитывая изложенные обстоятельства, необходим единый подход
при выплате надбавок и усовершенствования механизмов на центральном уровне. Данный вопрос уже вынесен на рассмотрение Министерства здравоохранения и будет отражен в республиканской аналитической справке. Озвученные рисковые зоны являются характерными не только для департамента нашей области, а для всех территориальных подразделений комитета. Похожий случай произошел в первой городской больнице. Медучреждения начисляли надбавки 5 работникам, которые не были задействованы в борьбе с опасным вирусом. Вызвало немало вопросов у борцов с коррупцией сфера госзакупок. В период разгара пандемии в облздраве заключили договор с индивидуальным предпринимателем о поставке защитных костюмов. Стоимость одной штуки оценивалась 40 тысяч тенге. При этом другой поставщик, а это ТО СК «Фармация», продавал такой же за 23 тысячи. Ситуацию разъяснил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов. Защитные костюмы были приобретены по такой цене в период действия чрезвычайного положения. На тот момент во всей стране, так же как и во всем мире, был острый дефицит не только самих защитных костюмов, но и сырья. И на тот момент полностью централизация была закупом СК «Фармации». Договор тот, который заключен был в один период с тем же, который вы озвучиваете, он был в статусе заявки еще в марте месяце. В марте месяце по резерву правительства, по постановлению правительства Мамина, было издано резервный, первый резерв. По этому резерву был составлена заявка и предварительный договор с СК «Фармация» тогда еще был заключен. Но в основную заявку, в основной договор, она села как раз таки в мае, совпало с тем периодом, когда уже был заключен договор. Все рекомендации руководители ведомств взяли на контроль. Работу по профилактике коррупционных проявлений пообещали продолжить. Продолжаем программу. В профессиональной учительской среде обсуждают опубликованные результаты ТИМСС – международного мониторингового исследования качества школьного, математического и естественно-научного образования. Это исследование позволяет сравнить уровень и качество образования 4-х классов начальной школы и учащихся 8-х классов в различных странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования. Исследование проводится циклично, один раз в 4 года. И вот сейчас опубликованы результаты 7-го такого исследования по итогам 2019 года. То есть измерения производились до пандемии и дистанционного образования, так что скидку на это сделать не получится. Так вот, четвероклассники по математике набрали 512 баллов по сравнению с 2015 годом, минус 32 балла. Восьмиклассники 488 баллов, это меньше на 40 единиц. В естествознании снижение качества знаний еще значительнее, минус 56 баллов у четвероклассников и минус 55 у восьмиклассников. Причем эта тенденция прослеживается на протяжении нескольких последних лет. В 2007 году в ТИМСС у Казахстана было 4-е место, сейчас мы в серединке. Часть профессиональных дискуссий ведется в социальных сетях, так что за ними можно наблюдать. И если кратко, то суть этих дебатов в том, что педагоги пеняют на обновленную систему образования, которая, по их мнению, с треском провалилась. Различные структуры, подведомственные МОН, вроде информационно-аналитического центра или института Орлео, успокоительным тоном говорят о том, что не все сразу, что позитивные перемены не за горами, а родители добавляют красок рассказами о том, как вынуждены тратиться на репетиторов, чтобы хоть как-то восполнить проблемы в знаниях у своих детей. Интересно, что информационно-аналитический центр МОН комментирует результаты ТИМСС как вполне себе позитивные. Для этого деликатно умалчивая про 15-й год и сравнивая результаты с 11-м. Так разрыв в итоговых цифрах меньше, а кое-где и вовсе на прежнем уровне. В целом можно констатировать, что наши школьники показали хорошие результаты по математике и естествознанию в сравнении с развитыми странами и аналогичными по развитию государствами, указано в сообщении ИАЦ. Но внимательному читателю в этом сообщении сложно не заметить еще один очень тревожный фактор – огромный разрыв между регионами. Так, в математике 4-х классов разрыв между самым высоким и самым низким региональным результатом составил 79 баллов, а в естествознании 100 баллов. У восьмиклассников в математике разрыв был равен 149 баллам, а в естествознании 139 баллам. То есть в одной стране при единой системе образования и одинаковых учебниках качество знаний у детей очень заметно разнится. Это уже не первый провал казахстанского школьного образования за последние годы. Если
исследование ПИСА в 2018 году тоже показало снижение качества знаний. Впрочем, никаких серьезных заявлений от МОН не последовало ни тогда, ни сейчас. Что произошло с качеством знаний казахстанских школьников за год дистанционного и смешанного образования, еще предстоит понять. Ровно год, как в школах приспосабливаются к текущей эпидситуации. В 2020-м весенние каникулы даже продлили, чтобы успеть подготовиться к онлайн-обучению, потом, правда, бросили эту затею и назвали мероприятие дистанционкой, а в реальности все просто перешли в WhatsApp и электронную почту. Ту четвертую четверть, когда все школьники тотально сидели на карантине и занимались из дома, мы не скоро забудем. Будущее станет уже другой, к счастью. В пятницу вице-министр образования Шолпан Каринова на брифинге в службе центральных коммуникаций комментировала то, какой будет заключительная четверть этого учебного года. В четвертой четверти случаи нахождения региона в зонах низкого и умеренного риска все школьники перейдут на комбинированный формат обучения. Часть предметов традиционно и часть предметов в дистанционном форматах. Кроме того, продолжат обучение небольшие школы до 300 учащихся в традиционном формате. При этом допускается наполняемость в классах до 25 обучающихся. Будет сохраняться принцип «один кабинет, один класс». Продолжительность уроков, как традиционно, сохраняется 40 минут. Работа по восполнению пробелов в знаниях также школами будет продолжена. Необходимо сказать, что в исключительных случаях в методических рекомендациях это предусмотрено. Допускается обучение детей в дистанционном формате по заявлению родителей. Это в случаях заболеваний или в случаях, когда есть контакты с заболевшими. К другим темам, к хорошим новостям. На этой неделе стало известно, что команда «Барс» выиграла чемпионат Казахстана впервые в истории североказахстанского баскетбола. Отмечу, что в составе нашего клуба нет легионеров, а все игроки являются местными воспитанниками. Это очень важно. Это яркий пример того, что побеждать можно и без приглашенных спортсменов, написал в своем фейсбуке аким области Кумар Аксакалов, поздравляя баскетболистов с этой важной и долгожданной победой. И вот это уточнение акима области совершенно не случайно. Снижение бюджетных затрат на профессиональные спортивные команды, а основная часть средств уходит именно на оплату легионерам, как новый тренд сформулировал президент, призвав перераспределить эти деньги на детский и массовый спорт. И у этого подхода нашлись как сторонники, так и, конечно, противники. Но команда «Барс» своей победой взяла и разорвала все шаблоны. В 2021 году бюджет нашего баскетбольного клуба, это с учетом еще и тренировок с детьми, которые для родителей совершенно бесплатны, составляет 60 миллионов тенге. Это самый маленький бюджет из всех спортивных объединений области. У сборной по национальным видам спорта немногим больше, 76 миллионов, у дзюдоистов, боксеров и борцов 90 миллионов, у сборной по велоспорту 125 миллионов, причем в этих бюджетах заложена еще и подготовка юных спортсменов. Женская сборная по волейболу, которая сейчас играет в плей-офф национального чемпионата, обходится бюджету в 160 миллионов. Хоккеисты Кулагира вместе с детьми, которые тоже занимаются в клубе, 630 миллионов. Они, кстати, тоже в плей-офф и борются за Кубок Казахстана. И дважды этот трофей доставался североказахстанской команде уже. Дважды Кулагир завоевывал бронзу в чемпионате. Ну а больше всего бюджет потратит в этом году на содержание футбольной команды. 1 миллиард тенге. И в эту сумму, кстати, не заложены занятия с детьми и воспитание местных футболистов. Вчера, 27 марта, в театрах отмечали свой профессиональный праздник, конечно, на сцене, но лишь при 30% заполняемости зала. Артисты говорят, что это совершенно другое ощущение, нежели играть, когда в зале нет свободных мест, но и гораздо приятнее, чем онлайн при полном отсутствии зрителей перед собой. Этот год все мы запомним особо, а в театрах, где приходилось искать совершенно новые формы производства спектаклей и общения со зрителем, тем более. Областной театр драмы имени Погодина в этом смысле, конечно, не исключение, но здесь в период вынужденного простоя еще и кардинально изменился интерьер. Пока немногие видели его вживую, театр работает со зрителями лишь с 1 марта, и заполняемая зала должна быть не более 30%, но макеты нового облика с древом жизни и желью были опубликованы еще летом и широко обсуждались, встречая как положительные, так и отрицательные отзывы.
Еще до того, как в театр пришли зрители, новый ремонт показали группе общественных деятелей и журналистам. Здесь капитально отремонтировали фасад, второй этаж, гардеробную, кулуары. В зрительном зале провели текущий ремонт, классическую театральную люстру заменили на современные светильники и подвесные декорации в виде окон. Но ремонт в театре еще не закончен, планируют еще заменить кресла в зрительном зале, сделать сцену более технологичной, привести в порядок закулисье. Это действительно очень нужные театру работы, но вряд ли предстоящие реконструкции вызовут такой же общественный резонанс, как прошедший ремонт парадной части театра. Как обживают новый интерьер артисты театра, как они пережили этот год в разлуке со зрителем и какие планы на предстоящий сезон, в котором свои юбилеи будут отмечать сразу трое знаменитых работников театра. Накануне я встретилась с художественным руководителем театра Еленой Покрас и режиссером театра Тимуром Карибжановым. А вообще имеет значение для творческого человека вот в какой атмосфере работать? Я вот сейчас имею в виду труппу, артистов, вас, режиссеров. Имеет значение, в каком вот здании находиться и творить? Или это все, в принципе, мирское и неважное? Эта атмосфера играет решающую роль. Подчастую атмосфера самого спектакля зависит от того, какое гнездо вокруг. Поэтому нам свили такое уютное гнездо, светлое, просторное, новое. Конечно, мы его пытаемся обживать. Что-то пока мы не понимаем, что-то еще вроде как пока не к нашей душе. Но, несомненно, у театра появилось новое лицо. И это теперь будет лицом и Петропавловска. И театр Погодина, он должен как-то вот с этим новым имиджем соотнести свое внутреннее. И я думаю, что потихоньку, не торопясь, мы его обживем. Появятся портреты наших актеров. Угу. Вот их нет, я заметила, да. Да. Дело в том, что мы немножечко по-другому их делаем. Мы печатаем их на баннере, и они такие будут без стекла, такие антибликовые, знаете, чтобы не блестели. И мы обживаем его нашими новыми спектаклями. Вот «Леди Макбет» Мценского уезда, премьеру которого мы так все ждали. Спектакль готовится не один месяц и даже не два, а такой полный, хороший, полноценный спектакль. Но при этом мы понимаем, что как только разрешили собирать зрителей, театр «Погодин» оказался готов, и вот у вас премьера. Расскажите, пожалуйста, как шла работа над «Леди Макбет», потому что спектакль сложный, очевидно. И, наверное, требовал длительной проработки, а тут вот получается целый год мы сидим на карантине, и вот открывается, и вы встречаете нас такой, непростой постановкой. Как это случилось, как это у вас получилось? Вообще о постановке «Леди Макбет» шел разговор до этого уже года 4, вот, и поэтому мы приступили к нему в 2020 году, вот, ровно год назад, и планировалась у нас премьера прошлого сезона. Вот, или на начало этого сезона, но так как пандемия внесла свои коррективы, вот, мы репетировали его очень странно, потому что начало читок было это в Зуме. То есть тоже это очень интересно, когда густонаселенный спектакль, когда у тебя там 20 вот этих окошечек, когда ты работаешь с неживым словом, потому что актерам очень сложно работать на камеру. Когда рядом партнер, у нас такое партнерство, вот. Очень сложно работать на камеру, но ребята справлялись, все было очень сложно. Потом, когда нам разрешили репетировать, мы репетировали его. Вот, замораживали мы его, наверное, раза три. Вот, и как нам разрешили играть, тогда мы приступили к активным репетициям. Вот, и на День театра вот, у нас состоялась премьера. Такое решение сделали необычное. Там идет следствие по делу. По делу вот этой Екатерины Измайловой. Вы знаете, да, что на самом деле сам Лесков, он был следователем, вот, и поэтому как бы мы здесь ввели такой персонаж, вот, Терентий Павлович, который все это исследует, вот, судьбу этой женщины. А он ее исследует в ретроспективе, когда ее уже нет, или она все-таки еще жива? Там несколько планов, вот, план, где она
на каторге, там, где она вот в этом домострое, вот, и там, где она сидит в тюрьме. Вот, и они меняются. Вот, и очень интересно как бы наблюдать. Вот зритель, который сегодня был на сдаче, вот, мне кажется, он оценил и понял, самое главное, понял вот эту вот задумку. Но если мы говорим про русскую душу, да, нам неизбежно нужно говорить о православии. Поэтому здесь вот такой пункт, как прощение, да, что нужно простить, простить в сердце своем, наверное, да, потому что Бог он смотрит, Бог, он рассудит вот, поступки твои здесь. Вот, и здесь вот мы подводим зрителя к тому, что вот возможно простить такое. А возможно простить где-то убийство. А возможно свечку поставить вот за такого, да, человека, который это совершил. Поэтому вот мы исследуем вот эту вот судьбу, вот, и призываем зрителя, наверное, к состраданию, потому что, да, я не говорю о предлагаемых обстоятельствах или еще о чем-то, да, я прошу понять просто вот эту душу, да, душу метущуюся, душу, которая поддалась страсти, да, вот, душе, которая хотела любви, но любовь, она как бывает созидательная, так и бывает разрушительная. И вот здесь вот диалог мы со зрителем вот ведем об этом. Вы сказали, что 4 года думали над этим спектаклем. Почему? Почему так долго он рождался? Нет, не долго рождался. Мы же репертуарный театр, и хотелки там режиссера там, или еще что-то. Они должны быть в нужный момент, поэтому как бы мы задумываем там, с директором, с художественным руководителем. Когда? Но я очень долго горел как бы этой пьесой, и вот наконец-то... А? Вот это исследование? Ой, мне, да, мне очень нравится. Мне очень нравится Лесков, я считаю его как бы великим писателем, и мне кажется, сценическое воплощение. Ну, опять же, творческий состав, то есть собрался так, что возможно это поставить, потому что тоже как бы краски есть у художника, а у режиссера есть артисты, и вот сегодня, в данный момент, мне кажется, вот сошлись все звезды, вот. Давно нужна была вот эта вот тема, мне так кажется. И зритель примет. Он соскучился, изголодался по драматизму. А то, что это происходит вот именно на День театра? Потому что обычно, ну, как-то, как будто хочется на День театра увидеть какую-то праздничную постановку, прийти, поднять себе настроение, а здесь вы предлагаете зрителю, на самом деле, копнуть очень глубоко, подумать, возможно, о себе, о каком-то своем отношении к жизни, к поступкам, проступкам, в том числе и своим. Мне кажется, вообще, как бы, о серьезной драматургии, как бы, зритель давно скучает. Ну, я обещаю, что мы удивим, я обещаю, что это будет абсолютно интересно и захватывающе, потому что у нас там есть вещи в этом спектакле, которые нацелены на то, чтобы удивить зрителя. Вот. Ну, и актерская игра и сама тема, чтобы, такое слово есть, поразить. Ну, да, наверное, поразить. Ну, катарсис, я надеюсь, что это все случится. Вау-эффект случился, когда закончился карантин. Вот когда театр наполнился актерами и нашими сотрудниками, нашими цехами, вот тогда случился вау-эффект. То есть вот это новое, оно с нашей душой соединилось, угу. И тогда как-то легло. Но мне легло, я за себя говорю, мне легло. А вы сказали, что вы видели эскизы. Тогда же вы их видели, что и все жители нашего города, когда они были опубликованы, либо вы, может быть, видели их заранее, потому что мы понимаем, что ремонт плановый, это не потому, что карантин случился, и вот решили резко отремонтировать спектакль, раз свободна сцена. Вы видели это заранее, и в связи с этим была ли возможность какая-то вот у творческой группы театра какие-то свои вносить коррективы, или это было, ну, просто как вот вас ознакомили? Ну, коррективы мы вносить не могли, мы высказали наши пожелания, что для наших спектаклей нужна лестница, допустим, около сцены, нужны какие-то другие объекты, то есть мы высказали свои пожелания, и, конечно, высказывали, что бы нам хотелось бы. То есть спектакль, театр стал не просто красивый, но еще технически более удобный для спектакля? Пока технически не совсем удобный. Я больше могу сказать за наших зрителей. Мне кажется, им достаточно комфортно стало. Он такой светлый, такой какой-то обновленный, совершенно уютные такие диванчики, вот... маски сценические, не знаю, мне очень нравится так жель. Как-то это все инаково. А труппа как восприняла перемены вот эти вот? Ну, вы обсуждали это вообще, в принципе? Вот видите, этот ремонт, он как раз и совпал с пандемией. Какой двойной удар, понимаете?
Мало того, что артист сидит дома, ну, то есть у нас репетиции шли дистанционно, но это очень тяжело. Так там еще его театр ломают. Да, и еще и все равно мы ведем какие-то прямые эфиры, и они понимают, что там что-то творится без них. И, конечно, у всей труппы и у всех цехов болело сердце за театр. Что там сделать, как там будет? Ну, по-разному. Кто-то говорит, что я никак не могу привыкнуть, я вот мне что-то не то, что-то не так. Но это все временное, поверьте мне, это все временное. Все-таки ремонт – это важно, но спектакли в театре – это самое важное. Новый сезон пришлось начинать онлайн, и не в те сроки, которые мы привыкли. Это, видимо, из-за того, что была сцена занята, да, вам пришлось сдвинуть. Это в целом и из-за ремонта, и из-за пандемии нам пришлось этот сдвинуть. Мы вообще хотели открываться осенью онлайн. Вернее, сначала не онлайн, а на другой площадке. Но так получилось, что в филармонии нам не разрешили работать, тоже были запретительные нормы. То есть вроде театры могли работать, но филармония не могла. То есть вот как-то вот несостыковка была. Мы так и не открылись. И мы ждали, пока закончится пандемия. Она вроде закончилась, но разрешения еще не было. И вот руководством было принято решение все-таки открыться онлайн, потому что очень много зрителей наших пишут. Ведь мы показывали и архивные спектакли, и спектакли сезона, а премьеры не было. А зритель уже привык к премьерам, и он хочет увидеть что-то новое. И мы приняли решение все-таки открыться онлайн. Для нас это новый опыт был. Вот. Хотела об этом спросить. Да, и опять же, зрители, понимаете, у нас очень расширился, за период пандемии у нас очень расширился круг наших зрителей. Вас смотрят не только в Петропавловске? Да, нас смотрят разные страны, и мы вот делали такую небольшую оценку, кто же эти люди. Это в основном жители нашего города, которые раньше жили. Это люди, которые в детстве ходили в театр Погодина. То есть это такая вот международная ассоциация теперь театр Погодина, которые смотрят, и которые теперь уже требуют, в свою очередь, продолжать трансляции спектаклей. Вот. И для нас это тоже был опыт. Как будут зрители смотреть? Вот хочу узнать вашу оценку как режиссера. Вот вы смотрите спектакль как режиссер, не как зритель. Вот ваши артисты, они играют премьеру спектакля, который покажут онлайн, на которой нет зрителей, точно так же, как если бы они играли при полном зале. Вот есть какая-то разница для человека, который действительно вот разбирается в театре, вот как вы? У них получается это делать так, чтобы так, как это сделали бы они при полном зале? Ну, может быть, я тогда процитирую наших артистов. Они говорят, что мы вроде вот поток посылаем, вроде играем так же, но вот нет какого-то финала, нет какого-то взаимодействия. Удовлетворения. На поклоне, да. И не то, что мы хотим понравиться, нет, мы хотим быть услышаны. И непонятно, услышали нас или нет. И вот этого не хватает. И вообще первый спектакль, вот «Соловьиную ночь», премьера, которую мы играли, он был очень сложный. Очень тяжелый. И зрители пришли, они какие-то как будто бы испуганные. Вы имеете в виду 1 марта, который был? Да, был. Я уже не помню, какого числа он был. Ну, когда первый раз вам разрешили со зрителями играть. Да, да. И артистам было тяжело, и зрителям было тяжело. И вот финал, конечно, случился, произошел, но это было чрезвычайно непросто. А почему это было тяжело? Наоборот, думала, что все наконец-то встретились, наконец начали играть. Или просто люди друг от друга... Это было непросто. А почему? Я не знаю, почему. Я не знаю, я не могу... А вот дальше уже шли спектакли. Вторая премьера просто здорово, просто классно. Ну, я люблю современную драматургию. Вот. Хорошую драматургию современной на самом деле мало. Ну, ее надо искать, и вот современная драматургия. А в современной драматургии, комедии... А еще меньше, а на женский состав еще меньше. Вот, и поэтому как бы мы выбрали вот эту пьесу, чтобы ее почитать на День театра. И удивительным образом она комбинировалась вот именно в спектакль в Зуме. Вы знаете, я вынуждена поднимать такие вопросы и говорить об этом. Мне приходится, потому что когда в прошлый раз сказали «белые колготки», все пришли в чем угодно, но только не в белых. Ну да, у нас были колготки молочного цвета. Ну вот. Ну а я не смогла просто оторвать эти стразы. Ой, сага о колготках. Вот, ну вообще как бы мы все родом не с детства, и вот эти вот все чаты, которые происходят в WhatsApp, я сам отец, я это все вижу, как моя жена там сидит, и они собирают на вот эти вот там, я не знаю, шторы, на какие-то дела там,
А у всех, я не знаю, там, как подарки там, детям, там какие-то еще вещи. Поэтому она такая забойная, такая интересная была работа. Вот, артистам очень нравилось. Вот, но когда перешли в Zoom, конечно, это было сложно, но это было, на мой взгляд, очень удачный эксперимент. И артисты во многом говорили, что они бы нон-стопом сыграли 3 спектакля, чем один вот этот часовой спектакль в Zoom. Почему? Ну, очень сложно работать, опять же, на камеру, потому что без партнерства, без всех вот этих вот дел. Вот. Но очень интересный эксперимент, и мне самому понравилось. И мы были, получается, пионерами, а именно вот в этой форме, именно вот в Zoom. Zoom-спектакле? Да, потому что они потом пошли, а мы готовили на День театра, и мы вот так вот аккуратно его выпустили в апреле. И мы сказали, да, все хорошо, все получилось. Вы хотите еще раз это сыграть? Или ваши актеры? То есть будет ли такое, что этот спектакль окажется в репертуаре? Я думаю, да. Вот в каком-то моменте как-то он будет комбинирован. Может быть, будет сценически. Вот. Мы об этом тоже ведем сейчас переговоры. То есть его, в принципе, можно взять и поставить на сцене, да? Да, я знаю, как его поставить. Вы говорили о том, что стали пионерами в плане вот Zoom-спектакля, да, вот этого вот WhatsApp и АТБ. И, в принципе, очень быстро как будто включились вот в эту вот всю эту онлайн-игру, потому что как только всех закрыли, театр стал сразу онлайн-трансляции спектаклей показывать, какие-то старые спектакли мы увидели, вот так. То есть уже запись, когда вы их успели сделать. То есть как это все было? Потому что как будто вы все знали заранее и подготовились. Ну, дело в том, что это действительно так, Ульяна. Вот, не знаю, может, какое-то чутье, но о цифровизации всех спектаклей мы уже говорим, наверное, лет 15. И мы не просто говорим, мы это все делаем. Все спектакли у нас были записаны. Все, что мы готовили на День театра, вот в данном случае вы говорите про читку пьесы «Айнур Карим» в WhatsApp 5Б, мы готовили ее к Дню театра. То есть у нас по традиции должна была бы быть ночь в театре, где мы открываем наши двери, открываем все потаенные цеха. У нас всегда в верхнем фойе цеха наши представлены, реквизиторские и бутафорские, швейный цех, наши художники. То есть зритель может попасть в закулисье театра. И мы эту читку готовили на День театра. А так как случился карантин, но она у нас практически была готова, мы ее немного порепетировали в Zoom, и у нас были партнеры, вот я хотела бы поблагодарить, это компания Сильмедиа, которая помогла нам все это транслировать на нашем сайте. Наш сайт тоже был готов к пандемии, у нас была прикручена прямая трансляция, он полностью цифровизован был, и мы могли через сайт вещать все наши спектакли, все наши постановки. Ну, вот подготовились. И причем это мы прямо быстро, мы в течение нескольких дней сформировали программу именно на период пандемии и действовали согласно репертуарного плана этой программы. Ага. Ну, Ульяна, вы понимаете, мы не можем по-другому, мы не можем не вещать, вы понимаете, зрительский интерес, мы боимся, что мы потеряем его. Этот интерес, да, зритель идет там в другие, в какие-то вещи. Мы хотим своего зрителя всегда удивлять, поражать, и поэтому у нас все было готово, конечно. Вот я, кстати, хотела об этом спросить, потому что вы так много работали над тем, чтобы привлечь зрителя в театр, причем совершенно другого зрителя, который, может быть, даже раньше не ходил на спектакли, и вот они здесь, и вот они посещают ваши интермедии, ваши интересные спектакли, и дети, и взрослые, и тут раз это пандемия. Был этот страх, да, что люди забудут про театр как, конечно, в принципе, как конечно, вид конечно. Развлечений. Старожилы театра даже, волнуясь, говорили о том, как мы будем возвращать зрителя, как это произойдет, пойдет ли зритель опять снова. И у меня тоже был такой страх, но вы знаете, вот в социальных сетях наши активные зрители, они все время нас поддерживали. Вот столько теплых слов мы получили, мы вас помним, мы вас любим, будьте здоровы, потому что у нас случалось, что актеры и болели, да, и тем более наше старшее поколение, за которых мы очень трепетно переживали, волновались, и вот такой у нас период был непростой, но наши зрители, они просто поддерживали нас очень, и я очень благодарна от имени всего театра нашим зрителям, потому что мы работаем для них, и мы видим, что это не пустой звук, что мы тоже им нужны, это здорово. До пандемии, до карантина, и это было очень сложно не заметить, театр так изменился, он стал какой-то более интерактивный, он стал более прогрессивный, он стал более
ориентирован на зрителя и на его запросы. Вот к чему. То есть появились эти интермедии, которых, ну, очень давно не было в театре. И тут они появились и так полюбились. И хочется, может быть, видеть еще какую-то малую сцену, чтобы вот актер был прям рядом-рядом, как это делают сейчас многие спектакли, театры современные. И вот какой сейчас театр Погодина? Может быть, для тех, кто немножко подзабыл за год. Ну, тогда, по вашим словам, мы немножко опередили время. То есть мы получается, да. Более интересными, а потом еще и у нас новый ремонт. Ну, наверное, это надо дать должное нашему директору, все его идеи, которые он высказывает, даже иногда даже вот, ну, с легкостью как-то так. Я планирую вот такое-то. Ну, когда это еще будет, как я говорю. Но все, что он планирует, у него все получается. И все идеи, которые я ему приношу, Спартаку Музаковичу, он как-то всегда с легкостью воспринимает. Поэтому это же важно, тандем руководителей. И вот у нас такой тандем есть, и, наверное, поэтому у нас и творчество как-то развивается, и все равно сейчас современный мир, да, зритель хочет прийти в нарядное красивое здание, чтобы были на сцене красивые актрисы, чтобы они были в красивых, новых сценических костюмах. И на все это нужны финансы. Но пока у нас все получается, пока шьются костюмы, обувь, ну что-то где-то со старого выкраем. Но в основном все спектакли у нас очень нарядные, красочные и... Ну, какие-то действительно новые, что ли. Не знаю, пока мы идем друг к другу. Ремонт и душа театра, скажем так. А предстоящий сезон, мы, конечно, очень надеемся на то, что мы, в принципе, в этой зеленой зоне так и останемся, все будет в порядке, никаких ужесточений не произойдет. Вот какие планы вы строите сейчас на новый сезон, если в наше время еще можно строить какие-то планы? Планы строить нужно. Это необходимо, это дает нам силы двигаться вперед. Очень много планов. У нас в этом году очень много юбиляров под конец сезона. У нас юбилей сразу у 3 метров театра. Это у Виктора Григорьевича Шалаева. Он ставит спектакль, сейчас очень интересное название, «Святой и грешный». Это пьеса Варфоломеева, и вот хотелось бы, чтобы у него в июне, в середине июня юбилей, хотелось бы успеть, дай бог, что мы все сделаем, все успеем. А у нас юбилей у народной артистки Людмилы Николаевны Ванюковой. Будет бенефис, очевидно, да? Ну, вот мы не совсем, мы, наверное, не успеем спектакль к ее дню рождения, вот из-за этой пандемии, но в будущем сезоне премьера обязательно состоится, тоже очень классное название «Уступим место завтрашнему дню». Юрий Ирман. Слушайте, надо этот спектакль играть уже прямо сейчас, потому что такое название всем сейчас надо. Уже прошли читки, застольный период был, очень интересно. Мы уже читку снимали на камеру, на всякий случай. Мы сейчас все оцифровываем. И к будущему сезону, это у нас будет юбилейный сезон, мы готовим музыкальный спектакль «За 2 зайцами». Это пьеса Старицкого. Очень веселый музыкальный спектакль, я выступаю режиссером. Вот. И юбилей еще у Надежды Антоновны Косыгиной. Дело в том, что у нее день рождения в один день с Елбасы, и мы всегда к этому времени готовим концерт. Мы тоже его все-таки запишем. Это будет именно онлайн-концерт «Забытые песни о любви». Надежда Антоновна представит. Прекрасно. Ну что ж, я думаю, что такой жизнеутверждающий сезон нас ожидает, и пусть мы в этом сезоне будем вместе, да, в одном здании, в этом прекрасном отремонтированном, и все-таки будем смотреть спектакли очно. Я чрезвычайно удивлена, какие позитивные и положительные вещи принесла нам вот эта ситуация, вроде как несчастье большое, да. Вы знаете, мы так, оказывается, мы так близки друг к другу, и чувствуем плечо друг друга, и мы единый, один большой сплоченный коллектив. И это здорово, это классно, и я желаю нашим зрителям и работникам театра здоровья, успехов, и также дальше радовать наших горожан. Такой мы увидели эту неделю. Информационная служба МТРК продолжает находить для вас самые интересные, самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе, а 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь с нами, новости будут, и пусть больше будет хороших.